взять, а? Нет, по тормозам передача и неудачно отскакивает шайба на дальнюю штангу. Был там Паршин, но под шайбу не подстроился, зато подстроился Сергей Мазякин. 2-1 счет становится. Удается магнитогорцам одну шайбу отыграть под занавес первого периода. Не лучшая игра на возврате от Адмирала. И здесь уже Паршин должен был забивать секундами ранее. Но магнитогорцы молодцы. Доработали этот момент до конца. Паршин выждал паузу. Снабдил передачей Мазякина, который в касание ближнюю девятку выстрелил с замахом. И видим мы, насколько плохо сыграли и Ватулин, и Дьяков в этой ситуации. Вдвоем они зачем-то выдернулись на Паршина, который находился за воротами, и упустили, абсолютно упустили Сергея Мазякина.